Трагедия в Таиланде. Из-за пожара в школьном общежитии на севере страны погибли как минимум 17 человек. Пятеро ранены, двое пропали без вести. По данным полиции, внутри находились 38 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Лишь несколько человек удалось эвакуировать. Остальные оказались в огненной ловушке. Причины возгорания пока неизвестны.